Всем привет, меня зовут Шамба, это прохождение игры Icewind Dale. В прошлой серии мы решили осмотреть одну из башен руки Селдарин. Здесь были воины, всех их победили, также услышали печальные истории на четвертом срединном этаже. Нашли здесь барда, нашли торговца, нашли девочку, которая разрешает нам спать в гостинице, которая ранее принадлежала ее родителям. А в самой башне особо ничего ценного не нашли, кроме еще одной детали. Часть сломанного механизма, похоже, это деталь какой-то сложной машины. Так что сейчас мы, естественно, освобождаем инвентарь от вездесущих зелий и отправляемся в соседнюю башню. Не знаю, как она будет называться. Жаль, что здесь нигде нету надписи, чья это башня. Вот здесь я пытаюсь навестись, ну, хотя бы какая-нибудь сноска была бы, что ли. Ладно, смотрим, что это за башня. Хотя можно было отдохнуть, но ладно. Думаю, мы справимся. Кай леса. Хорошо. А что ты тут делаешь? Искатели приключений. Здесь руки Селдарин. Значит, прорубились через арту внизу. Драки не боитесь, я так понимаю. Расскажите мне, что вы ищете в этих развалинах? А мы ищем Лорелла. Злые силы блуждают по земле, нам нужны его способности, чтобы найти источник бед. Весьма благородная миссия. Вот что грызло мое сердце все эти годы, что я уже никогда не смогу пуститься в такой же поход. Рада видеть вас, путешественники. Меня зовут Кайлесса. Я наставница воинского отдела в руке Селдарин. То есть, была и когда-то. Судя по твоим словам, у тебя есть вопросы, требующие ответов. Приятно познакомиться, Кайлесса. Хотелось бы узнать побольше. Ты явно отличаешься от прочих духов, что населяет это место. Во времена процветания руки Селдарин я обучила моих собратьев искусству боя. Никто не мог сравниться со мной во владении мечом и стрельбе из лука. Все мои солдаты были превосходно подготовлены. Когда нас бросали в битву, нам требовалось совсем немного времени, чтобы обратить любого врага в ническое бегство. Но те дни давно уже прошли. Те из моих солдат, что еще существуют в этом мире, лишь изувеченные тени былых воителей. Я отличаюсь от них только тем, что все еще сохраняю память и разум. Но рассудок приносит мне лишь одни страдания. Я вижу, во что превратились они, но ничего не могу сделать. Кайлесса, мне нужно найти Лорелла. Может быть, если мы встретимся с ним, мы что-нибудь придумаем, чтобы вам помочь? Боюсь, отыскать Лорелла будет нелегко. Когда крепость пала, его постигло проклятие. Теперь он стал Бальнорном. Это что-то вроде эльфийского лича, обреченного жить вечно. Как такое случилось, я этого не знаю. Может быть, исследуя руку, ты уже видела Лорелла. Но это был не он. Скорее, так называемое отражение. Его ложное «я», блуждающее по крепости. Лорелл. Настоящий Лорелл на последнем этаже башни Лабеласа. Каждый раз, когда я вижу отражение Лорелла, он бормочет что-то, как деревенский дурачок. Но было одно исключение. Как-то раз он упомянул что-то насчет великой астролябии Лорелла. Мол, она больше не вращается. Что ты знаешь об астролябии? Астролябия Лорелла — чудесный прибор, созданный, чтобы помочь Лореллу и его помощникам-магам изучать время и пространство. Насколько я помню, Лорелл постоянно пользовался ей в последние дни перед падением руки Селдарин. А уже после гибели крепости я нашла вот эту деталь. Мне кажется, это часть астролябии. Увидишь, во что превратили жители крепости, я решила на всякий случай спрятать ее и охранять. Меньше всего мне хотелось, чтобы кто-то использовал ее силу и причинил руке Селдарин еще больше зла. Кайлесса, возможно, эта деталь понадобится нам. Может быть, она будет нужна Лореллу, чтобы помочь вам всем?
Может, твои дела и цели на самом деле благородны, но, боюсь, я пока не готова доверить ее тебе. Докажите сначала чистоту ваших помыслов. Как? Эльфы с верхних этажей этой башни были моими самыми преданными воинами. Проклятие, что пало на крепость, изувечило не только их тела, но и разум. Они живут и действуют так, будто для них все еще длится тот последний бой. Вечно в ожидании врага, которого они должны выбить из башни. Хорошо, и что? Мои солдаты не заслуживают такой ужасной участи. Они все достойны того, чтобы погибнуть в бою. Они всегда хотели покончить свой век на поле брани, со сталью в руке. Я прошу тебя подняться к ним и подарить им вечный покой. Хорошо, я помогу им. Благодарю тебя от всего сердца. Возвращайся ко мне, когда мои солдаты найдут вечный покой. Но это разумная просьба, ничего себе, как ты быстро бегаешь. И почему в любом случае мы ее выполним, даже если не будем делать ей одолжение? Закрыто. Закрыто. А это получается как темница, что ли? Так, здесь только подняться наверх. А если я взломаю вот эту дверь, ты, надеюсь, не обидишься? Потому что мало ли там... А спрятано что-нибудь, что я не должен заламывать, кто знает. Проверяем. А, тут орки прячутся. А ей даже параллельно она не пытается нам помочь. Ладно, ладно. Вот, за орков дают еще больше опыта. Я хочу посмотреть, сколько теперь дадут опыта. Так, тут кто? Огр. 2100. За орков сколько давали? Ну, даже не знаю. Давайте, конечно, попробуем на максимальной сложности походить. За счет большого количества опыта. Уровень сложности безумный. Ну, посмотрим. Сейчас мы, в принципе, со всеми справляемся, и почему бы нет. В любом случае, можно поменять его. Так, сохранить, перезаписать. Идемте спасать воинов, даровать им вечный покой. Опачки. Так, это лучники. Надо с ними расправиться побыстрее. Вопрос, они будут в меня сейчас стрелять или нет? 10 метательного. А дворф сколько получил за раз? 11 метательного. Так, ладно, мы все стреляем в этих. Колдуем сюда также черепок, который их поломает знатно. Нет, это прям уровень сложности действительно безумный. Да, это безумный уровень сложности. Давайте его не будем использовать. Что-то мне расхотелось. Так, где я тут стоял? Вот оно. Мне кажется, кроме урона тут добавилось еще очень-очень высокие броски атаки. Это не есть хорошо. То есть они по мне попадают каждый удар. Так, отлично, сражаемся. Здесь... Зеркальный образ. Так, здесь символ защиты. И стрелять в лучников. Так, отлично. Этот при смерти уже. Далее тут размытие. Это все, что ты можешь? А как по мне урон прошел? У меня же зеркальные эти образы. Вы что тут творите? Так, этих точно взорвать надо. И символ защиты сюда кинем. Как они попадают так? У меня же зеркальный, черт подери, его образ. Как вы так можете?
Поделись со мной зельем, пожалуйста. Болик. Так, булькнул. Моя песенка спета. Похоже на то. Ты можешь в одиночку спуститься вниз? А нет, весь отряд спускается. Ладно, вылечимся. А если вот так, поменяю вас местами. Заходим. Пауза, в атаку все. А, как раз у моего бойца стреляют. Отлично. Сейчас тогда их разберем без проблем. Главное, чтобы магичку не трогали. Чего вы не деретесь? Так, а ну, убегай. Какие же они жесткие, эти лучники. Особенно теперь у эльфов. Лучники-гоблины вообще рядом даже не стоят. Все, отлично, победили. Так. А верхняя часть этой лестницы забаррикадирована так, чтобы с этой стороны никто не вошел. Хорошо. Подобрать здесь нечего. Предлагаю отдохнуть. А теперь предлагаю пережить это. Мне кажется, лучше отдыхать там, где была Кайлеса. Это все, что ты можешь? Хотя мы можем здесь опыта нафармить, если выживем, опять же. Отлично. Так, пойдемте ближе к выходу, если что, вернемся назад. Отдых. Не получилось, спускаемся. И здесь отдохнем. Здесь никто ж не напа... Здесь нельзя отдыхать. А почему перегруз? А, из-за зелий все. Понято. Так, ну если здесь нельзя, надо там отдохнуть. Ну вот выживу ли я? А, кроме того, паладина ж... Нет, ничего не открылось. И у жреца очень давно уровня не было. Сколько можно ждать? Ладно, отправляемся. Надеюсь, справимся с этими лучниками. В атаку. Отлично, в мясо. Победа. Отдых. Нет, нельзя отдыхать. Очень, очень, очень опасно. Дворф, булькни. Замечательно. Отлично. Замечательно. Вот как они через эту колонну стреляли? Отдыхаем. Ура. Отдохнули. Определенно нужно сохраниться. Идемте выше. Весело нас встречают. Весело нас встречают. Однозначно огненный шар сюда заходит. Однозначно символ защиты. Так это... Вот сюда он должен упасть. Потому что это бойцы. Да, вот сюда пусть летит символ. В смысле нельзя? Вот символ защиты, все. Так, остальные. Вы идете атаковать этого лучника. Ты стреляешь в этих. Ты стреляешь тоже в этого. Отлично. Просто шикарно огненный шар зашел. Они при смерти. Чуть побольше бы урона. Давайте черепушка этих уничтожим. Жаль, жаль. Можно было и без черепушки обойтись.
Отлично. В мясо. Тоже. Стоим, ждем, а вы достреляйте. Все, готово. Так, что у нас здесь? Золото, камень, горящая кровь Белтина. Так, надо спуститься на нижний этаж, чтобы наша черепушка-то исчезла. Все, она пропала? Да. А тут чего? А, стрелы руки Селдарин. Вопрос, а мне куда нужно? Сюда или сюда? Лечимся и ищем решение. Кроме того, сейчас прочитаем, что это за заклинание «Горящая кровь Белтина». Так, у кого оно? Вот. «Горящая кровь Белтина. Некромантия. Заклинание 4 уровня. Продолжительность 1 раунд на 2 уровня. Это заклинание превращает кровь жертвы в пламя, нанося каждый раунд жертве от 3 до 12 единиц урона. Боль приводит объект в неистовство. Жертва каждый раунд выполняет с вас бросок от заклинания. В случае успеха урон и состояние неистовства отменяется. Это заклинание не действует на нежить и на планарных существ, у которых нет крови, таких как духи стихий. Если существо обладает устойчивостью к огню, оно уменьшит или полностью нейтрализует повреждения от заклинания. Ну вот если сравнивать, на 4 уровне у нас есть вот это заклинание «Шар серной кислоты», и оно гораздо мощнее и лучше Белтина. Да, это заклинание применимо, но оно уступает. Поэтому его я брать тебе в книгу не буду. Так, что у нас здесь? На улице, как понимаю. Да, это переход в другую соседнюю башню, только в какую вот. Ладно, давайте пойдем наверх тогда дальше. Полностью осмотрим, потом в соседнюю зайдем. Так, а это что? Трубы какие-то. Ладно, аккуратно. Пауки. Ух ты, как вас много. Главное, не травите меня ядом, пожалуйста. Болезнь пошла. Мне травит болезнью, не ядом. Но чай-моми у меня есть, это тогда не проблема. Готово. Готово. Ну давай, умирай, паук. Лечимся. Отлично. Это крыша. Получается, я перейду в соседнюю башню, и там живут еще эти ученики нашей эльфийки Колес. Так, монетки и книжка. Что за книжка? А, давайте прочитаем. Всадники на гиппогрифах руки. Гордые гиппогрифы руки Селдарин обитают на вершине башни Шевараша. Эти ездовые животные используются в основном для разведки, но иногда привлекаются для выполнения заданий, требующих высочайшей скорости передвижения. Как гиппогрифы, так и их наездники проходят серьезное обучение для того, чтобы действовать слаженно. Дрессировка гиппогрифов начинается сразу же после их вылупления. Они приучают к определенной пище, тренируют и выполняют различные боевые приемы, как на земле, так и в воздухе слушаются команд своего седока. Наездников учат обращению с гиппогрифами и уходу за ними, эффективной работе в паре с животным, а также наземном и воздушном бою.
Этот род войск обеспечивает великолепное воздушное прикрытие в наземных сражениях. Он гордость и отличительный признак Силдарин. А теперь у меня вопрос. Гиппогриф — это что-то вроде грифона или вроде пегаса? Я точно не могу сейчас ответить на этот вопрос, но две ассоциации. Либо почему перегруз? А книжка тяжелая. Либо это что-то как грифон. Ему непонятно, как это выглядит. Либо это пегас. Что более соответствует эльфам. Ну, типа так красиво, няшно и тому подобное. Ладно, переходим в соседнюю башню. Мне кажется, нужно это делать очень аккуратно, потому что здесь мало ли она обрушится. Опа. Практически угадал. Так, нужно быстро сбить заклинание. А это еще кто? А это волшебник, а это клирик. Понятно. Мы немножко не то действие совершили. Ух ты, как залетело. Как залетело это заклинание. Ну все, разорвали вкус. Вот это нежданчик. Вот это было неожиданно, что самого защищенного персонажа моего убили. Ну, просто я не разглядел, кто есть клирик, а кто не клирик. И, собственно, в этом и проиграл. Так, ждем, пусть подходит по одному. Кроме того, можно сейчас просто самый безопасный вариант разыграть. Так, раз, мой стрелок, который вооружился опять мечом. Стрелы кончаются. Нет, они не просто кончаются, они кончились. У кого тут были еще лишние? Стрела плюс один. Будем ее использовать, а потом... Стрелы руки уже в ход пойдут. Так, стрела плюс один где-то. Вот она. Так, раз стрелок. Два стрелок. Идем, по одному будем выцеплять и отстреливать. Вот, им невозможно просто подойти. Такой шквал атак. Смерть. Соревнования лучников. Готово. Никого нету. Клирик. До свидания, клирик. Все, уничтожили. Вот почему я люблю так стрельбу в этой части игры. Так, где волшебник? А вот оно. До свидания. Он даже ни одно заклинание не успел прочитать. Все, победа, идемте в соседнюю башню. Наверное, в одну из тех, где сломали вход. Сохранимся. Естественно, не знаем, какой нас прием ожидает. Кто это? А кто нам открыл? А, замедление кинули, ладно. Так, это клирик, это мечник. Ну, разберемся.
О, как мы медленно ходим. Огненный шар будет лететь. Практически. Главное, чтобы остальные двери не открылись. Вот так, а что на меня нашло? На меня нашла паника. Ну ладно, это не так страшно. А вы откуда вылезли? Готов? И ты сейчас тоже будешь готов. Все. Опа, опять волшебник. Они двери по очереди открывают, что ли? Так, лечение тебе нужно, сейчас мы окажем. Так, давай-ка идите вы оба сюда и расстреливайте всех, кто откроет еще дверь. Больше никто не хочет открыть? Вроде нет. Сами откроем. Здесь есть кто? Нет, здесь никого. А тут? Тут вообще дырка в полу. А это та башня, куда мы выходили, и там висело в воздухе все. А здесь? Тоже чисто, отлично. Итак, давайте тогда начнем осмотр, но начнем его аккуратно. За дворфа, как самого толстенького из персонажей. Потому что, мне кажется, тут по-любому будут ловушки, нет. А невидимость улучшенная. Великая порча и бесполезная зелица. Здесь какой-то алхимик жил, читал книжку, жил без кровати. Вот здесь уже хотя бы кровать есть, тоже алхимик какой-то. Дневник Ивейн. 100 золотых. Зелье ясности и кинжал чего-то там. Раскидаем зелье. Что в дневнике? До этого дошло. С каждой победой силы орков и гоблинов возрастают. Где они достали оружие Союза? Остается тайной, но сердце подсказывает мне, что не у дворфов. Мы могли задержать их продвижение, но ненадолго. Мы несем огромные потери, и наши войска стремительно тают. Закончились переговоры с нашими бывшими друзьями. Теперь мы с ними в открытой вражде. Как бы я не любила своего отца, но это его вина. Папа ведет себя совершенно абсурдно с тех пор, как мы увидели наше оружие в руках Орды. Он совершенно убежден в том, что дворфы предали нас, и даже не пытался выслушать их речь в свою защиту. Неужели единственное, кто понимает, что так мы все погибнем ужасной смертью? Отец не видит смысла в том, чтобы оставить в сторону склоки и вновь объединиться с дворфами против общего врага. Я предлагала ему отправиться в глубины Дорна, сделать шаг к примирению со старыми друзьями. Он мне чуть голову не оторвал, швырнул в гневе из зала со стрелябией. Ничего себе, он свою дочку так кинул. А сейчас я готовлюсь покинуть дом и сама отправлюсь в глубины Дорна. Мое сердце знает, что надо сделать, это единственный выход. Похоже, отцовского упорства мне больше, во мне больше, чем я ожидала. Ивейн, как понимаю, это дочь Ларрела. И она отправилась в глубины Дорна, чтобы возобновить союз, примирить всех. Но, видимо, никому это не помогло, не спасло. Либо было поздно, либо с ней что-то приключилось. Невидимость, героизм и защита от снарядов. Да как так далеко? Сейчас будет все близко. Будем учить заклинания.
Защита от снаряда. Вроде такое заклинание у меня было, да. Великая порча. Четвертый уровень. Зачарование, очарование. 30-футовый радиус. Это заклинание на время своего действия ухудшает все сброски вражеских существ в зоне поражения на 2. Конечно, классно, но тратить раунд для этого как-то странно. Выучили. И улучшенная невидимость. Иллюзия фантом, 4 уровень. 4 раунда плюс раунд на уровень. Это заклинание аналогично заклинанию невидимости, но его объект может атаковать метательным или стрелковым оружием, оружием ближнего боя и с помощью заклинаний, оставаясь при этом невидимым. Его могут выдать следы и колебания воздуха, что позволяет противнику при достаточной наблюдательности атаковать невидимое существо. Однако следы эти заметны только в том случае, если на них специально обращают внимание. После того, как невидимый персонаж обнаружил свое присутствие. Все атаки против невидимого персонажа производятся с ухудшением минус 4 к броскам на атаку, а все сброски невидимого персонажа производятся с бонусом плюс 4. Это очень классное заклинание. Особенность, если его использовать на нашего лучника, он может всю локацию зачистить. Была бы только длительность побольше. Итак, выучиваем. Отлично. И оно куда попало? В четвертый уровень. Четвертый уровень, где у нас есть ценные заклинания, а не в пятый, который для нас бесполезен на текущий момент. Итак, давайте вылечимся. Это башня магии, либо башня жрецов. Но здесь вроде и те, и те жили, поэтому здесь что еще может быть? Алхимия, библиотека какая-нибудь. Ну и много артефактов должно быть. А кроме того, мы же кинжал нашли. Надо его бы опознать, если удастся, без заклинания. Так, у кого кинжал? Кинжал плюс 2. Просто плюс 2. И больше ничего. Хорошо. Идемте на следующий этаж. Как я и говорил, библиотека. Кустантос. А в самой библиотеке можно какую-нибудь книжечку там взять, припереть? Если здесь будет много книжек, я их читать не буду сейчас. Лучше отдельно выпущу серии. Так, здесь все тихо, спускаемся вниз. Очень долго ждать уровень. Если хочешь остаться, веди себя тише. Это место сокровищницы и храм знаний и храм науки. Мое имя Кусантос, я хранитель библиотеки. Надеюсь, ты не обидишься, если я спрошу, кто в здравом уме отправится в эту чертову всеми забытую дуру за книжкой. Я знаю, конечно, что народы королевства имеют самые разные вкусы в области прекрасного, но твои пристрастия, очевидно, формировались под сенью кентаврской задницы. Как ты можешь высказать подобное замечание после того, как своими глазами созерцала блеск и величие руки Силдарил. Эльфы, живущие внизу, кажутся весьма довольны жизнью в этой чертовой дыре. Не знаю, стоит ли упорствовать, но давайте. Возможно, тебе просто забыли сказать, Кусантос. Рука Силдарин лежит в руинах, а ее жители лишь осколки былых себя. Разве ты не заметил, что ты сам несколько изменился? Мне нужно разобрать несколько книжных полок. Возможно, тебе следует вернуться позже, когда твои галлюцинации развеются. Удачи! Сколько раз тебе говорить? Веди себя тише. Это храм знаний. Покажи книги, которые у тебя есть.
Да, будет отдельное видео. Так, мы взяли верование чего-то там. Они как бы... Так, сейчас всего 11 книг. Да, уменьшаются. Возьмем абсолютно все книги. И будет отдельный выпуск, где я буду читать все эти книги. Так, предмет на землю. Никаких предметов на землю. Вот как мне поступить? Кому я могу эти книги положить? Они просто забьют мне весь инвентарь. Либо это просто сделать как отдельное сохранение. У меня было сохранение до того, как я сюда зашел. Так, здесь я всех победил. Похоже, вот это вот. Я просто не хочу у него брать все эти книжки, чтобы потом они не забили инвентарь. Так, ладно, отдохнем. Разбудили монстры. Разрываем этих монстров. Хотя зачем мне отдыхать перед библиотекой? А я заклинание забрал, выучил. Да, все кроме кинжала. Познаем его сейчас. Не получается отдохнуть. Еще раз, отлично. А книжки у него будем брать в другой раз. У него есть еще какие-нибудь другие диалоги? Так, книги. Нет, это значит в отдельной серии, то есть сохранюсь отдельно как. Нужно прочитать книги. Все, сохраняемся, идемте еще дальше. Архимаг какой-нибудь должен сидеть. Здравствуй, Ларел. Здравствуй, Геларит. Ты кто, правда? Мне неизвестно. А здесь есть что припереть? Нет. Освободи мой народ. Астролябия крутится, вертится. Ну, наконец-то мы тебя нашли. Нам нужна твоя помощь для того, чтобы использовать кристалл сердца. Освободи мой народ. Астролябия крутится, вертится. Если выбрать первый пункт, игра не может быть пройдена. Но такой вариант возможен. Похоже, нам следует зайти попозже. Прощай. Поговорим с этим духом. Проклятая машина. Мне никогда не починить ее. А кто ты? Тьфу. Ты отвлекаешь меня от дел бессовестной болтовней. Меня зовут Геларит. Когда я был жив, я построил и поддерживал в рабочем состоянии эту груду железа. Что тогда было еще Астролябией? Ты построил Астролябию? Именно. Ларел получил мне разработать и построить эту машину. Она требовалась волшебникам, чтобы изучать движение звездных тел. А теперь все, что она годится, это собирать пыль. А что случилось во время падения руки? Последнее, что я помню из обороны крепости, это стрела, пронзающая мою спину. Потом я очнулся в этом уродливом теле. Теперь вот целыми днями думаю, как починить эту треклятую машину. Возможно, у Ларела была какая-то тайная идея. Ты разговаривала с ним. Он все время бормочет какую-то непонятную чушь. И ничего не удалось разобрать. Ничего не оставалось, в нем ничего не осталось от благородного эльфийского волшебника, кем он когда-то был. Так, ну, я нашла эту штуку в одной из казарм. Может, она тебе понадобится? Дай подумать. О, бесы, на меня побери.
Ты должна быть права. Если найдешь еще какие-нибудь детали, тащи их сюда. Или просто заходи позже, когда я установлю эту деталь в машину. Хорошо, зайдем позже. Ага, вот здесь начало крутиться. Я хочу проверить еще один момент. Но для начала сохранюсь. Мы получили 52 тысячи опыта за то, что отдали деталь. На безумном уровне сложности. Сколько я опыта получу? Готов, возврат. Я забрала эту деталь машины у непокойного духа в руке Селдарин. Она похожа на часть твоей машины. Дай подумать. О, бездна, меня побери. Должно быть, ты права. Если найдешь еще какие-нибудь детали, тащи их сюда. Или просто заходи позже, когда я установлю эту детальную машину. Хорошо, зайдем позже, как соберешь все. То есть я вот сейчас показал вариант читерства. Можно просто, как завершаем задание, переключать на безумный уровень сложности и получать больше опыта. Но предлагаю так не делать, раз играем на... Какой этот уровень называется? На высоком уровне сложности. Давайте будем просто за него получать опыт. Так, мы здесь все осмотрели. Надо пойти к Кайлесе и сказать, мы отправили всех твоих учеников, товарищей по оружию, в вечный покой. Можешь за них не переживать. И получается, останется еще одна башня. Скорее всего, Кайлеса нам отдаст еще одну штуку, но она сама и сказала, что у нее есть, для астролябий. И последнюю мы найдем в башне. И всего получается их 4. Может 5. Ну, неважно, посмотрим. Может и 4 действительно. Так, ну спускайтесь. Застряли. Так, Олеса, ты где? Я вижу, вы вернулись, искатели приключений. Так, а к чему этот диалог приведет? А, это она просто рассказывает, что обучала, это мы читали. Колеса, так, это сочувствую. Ладно, вернемся к последнему диалогу, который возможен для нас. Колеса. Все твои солдаты сражались очень достойно. Теперь их страдания кончились, и они покоятся с миром. Спасибо, что помогла мне исполнить свой долг. Прежде чем ты заберешь обещанную награду, я попрошу тебя последние услуги. После того, как мои солдаты оставили этот мир, мне осталось лишь последовать за ними. Пожалуйста, даруй мне честь умереть в битве. Но это разумно, только, пожалуйста, не убей меня. Победа. Что это, ботинки? Часть сломанного механизма, кольцо и ботинок. Все слишком тяжело для нас, что за кольцо? Кольцо Кайлесы. Это кольцо носила Кайлеса, наставница воинского дела из руки Селдарин. Ее мастерство стрельбы из лука превосходило только ее красота. И Кайлеса посвятила себя преподаванию боевых искусств эльфам и ее подчиненным. Если в битве при руке Селдарин были герои, то Кайлеса была одной из них. Великолепный образец храбрости перед лицом неименуемого рока. Она бесстрашно вела свой народ против орд-орков и гоблинов. Даже после падения руки ее преданность воинскому делу и соратникам не угасла. Ее последним желанием было умереть в славной битве. Плюс 15 к умению прятаться только для следопыта. Ну, такое себе. Сапоги-скороходы. Эти сапоги были заколдованы таким образом, что их владелец может передвигаться вдвое быстрее обычного. Они очень ценятся теми, кому в силу профессии приходится путешествовать на большие расстояния. Увеличивает скорость перемещения. А только ли скорость перемещения?
4 атаки. К сожалению, 4 атаки. Но в комбе с луком и сета и быстрым перемещением можно очень спокойно одним лучником играть. Давайте тогда сразу отнесем нашему... Как зовут этого ученика Ларрела? Точнее, не ученика, а строителя, а стролителя Астролябии. Дадим ему деталь. И нужно будет посетить последнюю башню же. Или уже все? Нет, вроде последняя должна быть еще. Эй, ты куда пошла? Мы посетили сколько? Одна, где сад, где жили офицеры. Вторая как раз вот эта. И с второй мы перешли в третью. То есть еще две получается. Кроме того, вот здесь вот крутится, тут крутится. Вот эта штука должна крутиться, это и, скорее всего, вот это тоже. Так, а ну, гелорит. Колесо вручил мне вот эту деталь. Может, это то, что ты ищешь? Дай подумать. А почему так мало опыта в этот раз? О, бездна, меня побери. Должно быть, ты права. Если найдешь еще какие-нибудь детали, тащи их сюда. Или просто заходи позже, когда я установлю эту деталь в машину. А почему так мало опыта? До этого по 52 тысячи было. Не знаю. Ладно, и давайте тогда на этом остановимся. В следующей серии осмотрим, возможно, последние две башни и установим полностью астролябию. Что у нас закрутилась? Вот эта вот штука. Раз, два, три. Ну, может, еще одну-две детали потребуется. А спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Никогда не покупайте YouTube Premium, лучше покормите бездомного котика. Всем спасибо, всем пока.